Привет всем, кто смотрит мой канал. Сегодня с вами на связи канал «Сделай сам». И в этом видео мы с вами рассмотрим продолжение моих покупок. Это одна из покупок с магазина AliExpress. Вот, в данной посылке находится зарядное устройство для батареек. Ну что ж, приступим к распаковке и посмотрим, как внутри все у нас выглядит. Как вы видите, продавец прислал зарядное устройство вот в такой вот коробочки. Как мы видим, она не помята, все в принципе аккуратно и хорошо запечатано. Вот. Скроем теперь ее, открываем. Дальше что мы видим? Мы видим, в комплекте у нас шнур с евро вилкой. Вот. И дальше само зарядное устройство и инструкция по использованию. Все, больше у нас в коробочке ничего нету. Так, смотрим инструкцию. Как вы видите, инструкция написана на китайском и на английском языке. По сути, в принципе, ничего здесь такого особенного нету. Отложим в сторону. Само зарядное устройство запаковано в полиэтиленовый пакет и выглядит вот таким вот образом. С передней стороны у нас дисплей с отображением индикаторов о уровне зарядки батареи. Вот. На обратной стороне мы можем видеть, что предназначено для алкалайненных батареек. Ну что ж, как вы видите, вот такая вот крышечка сверху открывается, закрывается, то есть защищает своего рода батарейки от, допустим, проникновения того, что дети могут маленькие залезть и начать балансы доставать батарейки. Находится 4 отсека в зарядном устройстве для больших и для маленьких батареечек. То есть просто в народе говорят мизинчики и пальчики. Вот. В эти гнезда вставляются мизинчики, а уже вот в эти большие вставляются пальчиковые батарейки. Дальше по бокам у нас лишь только прорези для того, чтобы удобно было открыть крышку. И с другой стороны разъем для подключения к сети. Ну а теперь посмотрим с вами на практике, как же все это происходит. Я возьму несколько алкалайновых батареек, и одни из них будут пальчиковые, другие будут мизинчики. Также можно прочитать, что input у нас от 100 до 240 вольт. Ну, посмотрим теперь сам принцип действия. Подключим к сети наше зарядное устройство. Ставим наши батарейки. Поставим. Очень важно соблюдать полярность. Плюс-минус. По идее, эти батарейки должны какие-то уже с большего разряжены. Вот. Вот таким вот образом вставляются мизинчики и пальчики. Закрываем наш отсек. Подключаем шнур питания. Пошло питание. Как вы видите, загорелся дисплей и началась зарядка батареи. То есть, согласно каждому отсеку, показывается индивидуальный заряд батарейки. По мере того, как батарейка будет заряжена, будет показываться то, что батарейка полностью заряжена. Дальнейший заряд батарейки будет, той батарейки, которая уже заряжена, будет отключен. Вот, вот так вот, как вы видите, мигают индикаторы, соответственно, показывают нам то, что идет заряд батареек. И также горит в верхней части дисплея о том, что charge, то есть идет зарядка. Также имеются еще два дополнительных индикатора, сообщающие о том, что если вы, к примеру, ставили щелочные батарейки, то зарядное устройство выдаст вам сообщение о ошибке. И у вас загорится средняя надпись, на которой будет написано Error. И также имеется третий индикатор, на котором написано Discharge, то есть разрядка. Ну что ж, я обратился к инструкции. И согласно инструкции, у нас будет гореть только два индикатора. Первый индикатор это Charge,
сообщающий о том, что идет зарядка батареек. И второй индикатор – это Error. Это когда вы ставите щелочные батарейки. И зарядное устройство определит, что эти батарейки не подлежат зарядке. И выдаст вам сообщение Error, которое будет гореть вторым по счету индикатором. И если смотреть на свету дисплей, то в самом нижнем углу находится еще один индикатор, сообщающий о разрядке батареи. Но в данном устройстве такой функции не предусмотрено. Что хочу сказать по нагреву. Сейчас при зарядке батареи происходит небольшой тепловой нагрев вот с этой стороны корпуса. То есть если прислонить палец, то температура теплая, то есть хорошо так тепло. Вот. Но не горячо. С других сторон больше нигде повышение температурного режима не ощущается. То есть только вот с этой стороны происходит небольшой нагрев. Ну вот, как вы видите, идет заряд батареек. Вот такое вот зарядное устройство я заказал для своих батарей. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите, оставляйте ниже в комментариях. Я на все постараюсь ответить. Сейчас при приблизительное время зарядки батареи от нулевого сектора до полной зарядки. Я, конечно, по времени не могу сказать, сколько это занимает, но судя по описанию товара, на сайте было указано, что зарядка, ну, при полной разрядке батареи до полной зарядки содержится где-то в районе 2-3 часов. Вот. Также я оставлю ссылку ниже на данное зарядное устройство. Покупайте, заказывайте, если вам понравилось. Спасибо за то, что смотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь всегда с нами на связи. Всем доброго. До свидания. С вами был канал «Сделай сам».